Работали, естественно, в костюмах вот в эту жару, и до сих пор работаем в масках, респираторах. Это очень тяжело. Пить не пить, не есть, ничего нельзя. В основном такие высокие пятые этажи, то есть вот с чемоданом, со всеми медикаментами поднимались пациенты, наблюдали их ежедневно. Практически полгода Елена Сафронова отработала в ковидной бригаде. Навещала пациентов на дому, брала анализы, измеряла давление и сатурацию. В нормальной до коронавирусной жизни она занималась административной работой. В обязанности старшей медицинской сестры, значит, входит это заполнение не графиков работы, значит, введение учета табеля рабочего времени сотрудников отделения, соблюдение санэпидрежима, своевременная расстановка кадров. Сейчас активно идет вакцинация. В день прививку делают несколько сотен горожан. Каждого из них перед уколом направляют на осмотр. К вакцинации привлекли и узких специалистов, и административный персонал. Елена, выполнив дела, помогает врачу принимать пациентов, приходящих на прививку. Все время приходится работать в стрессовых ситуациях. Таких нагрузок еще никогда не было. Приходится работать в удвоенном и, наверное, даже в утроенном режиме. Замещаю отсутствующих. Мы все люди, медики тоже люди, поэтому тоже заболевают. Самое большое желание медика, чтобы пандемия быстрее закончилась, и мы все вернулись к привычному укладу жизни. Руководство КБ-50 отметило работу Елены. Ее фотографии теперь украшают доску почета работников клинической больницы. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.